улыбчивого всем настроения. Итак, Новый год закончился, прошли все новогодние праздники. У нас как не было снега, так и нету. Но не страшно, не беда, потому что в этом году мы не едем на лыжи, а мы отправляемся в теплые края. Мы летим в Доминикану. Это будет самое далекое путешествие за все это наше время, потому что все-таки 12 часов перелета – это расстояние. Итак, 12 часов полета. Я на Райском острове. Мы прилетели вчера в 4 утра. Жутко устали. Единственное желание было просто лечь и поспать. Но мы решили прогуляться по территории, когда еще было совсем темно. И когда я увидела океан. У меня был такой восторг, что я забыла и про усталость, и про 12 часов полета. И про все на свете. Сбылась еще одна моя мечта. Я увидела океан. И это самое красивое, самое замечательное, что я видела. Сейчас утро. Разница во времени с Украиной 6 часов. Мы проснулись сегодня 2 часа ночи. И сейчас по местному времени 6 утра. И я иду на пляж, чтобы и вы увидели то, что я увидела вчера в это же время. Я вам сейчас покажу. Такой океан. Такое побережье, которая, наверное, самая красивая. Итак, посмотрите, какая красота. Сейчас тучки, но все равно это так захватывающе, так невероятно красиво, просто нет слов. И мы сейчас в таком рассвете пройдемся, прогуляемся по пляжу. Можно ходить, гулять, не знаю, целыми днями, но днем очень жарко, поэтому сейчас и красиво, и не жарко, и людей немного. Ну, если бы еще меньше было тучек, было бы светлее, но это всего лишь второй день. Я вам покажу еще, как этот пляж смотрится и днем, и утром, и мне кажется, я могла бы снимать его все время. Посмотрите, что мы нашли.
И там внутри живет крабик. Ему, наверное, страшно, поэтому мы его выпустим, не будем его тревожить долго. Посмотрите, освещение изменилось. И как теперь смотрится океан, каким он нереально красивым цветом. Посмотрите, какой пляж. Белоснежный песочек. Какие красивые пальмы. И мы ходим, гуляем, конечно, с зайцем. Сделала несколько фотографий. Пока еще очень много энергии. Хочется все сделать и все успеть. И не пропускать ни одной минутки. Ой. А вот и солнышко. А вот и солнышко. Мы уже идем назад. В эту сторону, конечно, освещение лучше и видно лучше. И просто что тучки. Посмотрите, и тучи. Океан, конечно, прекрасен. Я всегда мечтала увидеть океан. И моя мечта осуществилась. И я очень счастлива. Очень. Итак, еще один день на прекрасном острове. Несколько дней мы наслаждались только солнышком и только океаном. А завтра мы берем экскурсию, которая называется «Наблюдение за китами». Как раз в этот период, когда мы сейчас здесь находимся, сюда приплыли горбатые киты для размножения и рождения своих детенышей. И у нас есть возможность посмотреть на горбатых китов. Многие говорят, что это развод для туристов. Экскурсия стоит $95. И не факт, увидишь ты их или не увидишь, а экскурсия оплачена. Но мы решили попробовать, и я прошу всех доминиканских ангелов посодействовать нам в том, чтобы мы все-таки увидели этих китов, и чтобы эта экскурсия была настоящая, такая, как нам ее обещают. Все, что будет происходить, я вам попытаюсь снять. И очень-очень-очень-очень хочу увидеть хотя бы хвостики. Итак, мы на месте. Ждем китов. Вон плывет. Thank you.
Всем ола! Еще один прекрасный день на прекрасном острове. Просто сказочный отдых. Итак, я видела китов. Вся экскурсия была на целый день, и я очень счастлива. Я видела китов. Сначала 1,5 часа на автобусе, потом 40 минут на катере. И, знаете, все произошло очень-очень быстро. Как только мы добрались до определенного места, и катамаран остановился, буквально прошло 5 минут, и мы увидели первые фонтанчики. Первые фонтанчики и спинки. Нам сразу сказали, что целиком или выпрыгивающих дельфинов, китов вы не увидите. Вы увидите фонтанчики, спинки, хвостики. Все-таки было, как нами обещали. Мы увидели фонтанчики, мы увидели брызги, мы увидели спинки, наверное, 6 раз. И увидели хвостики, наверное, 4-5 раз. Прям так близко-близко. Оказывается, они не такие большие, как я себе представляла, хотя мы видели их достаточно близко от нашего катамарана. Это, конечно, удивительно и завораживающе. Снимать было очень трудно, потому что катамаран постоянно находится в движении, и ты не знаешь, в какую секунду, где он появится, или справа, или слева, и перед тобою еще 20 таких же человек, которые тоже хотят снимать и запечатлеть этот момент. Да, кое-что мне удалось снять, вы это уже все увидели. Ну, конечно, я очень рада, я очень счастлива, что все-таки я попала на эту экскурсию в этот удивительный период, и мне посчастливилось увидеть китов. Это, конечно, удивительно. Я действительно в восторге. У нас запланирована еще экскурсия в город художников, на остров Баунти, забыла, как он называется, Савон, посмотреть на звезд морских. И, естественно, все, что смогу, я вам сниму. Я, конечно, оператор еще тот, но кое-что, я думаю, вы сможете тоже увидеть. И это удивительное место. Мне здесь очень нравится. Здесь такая атмосфера, и океан, и пальмы, и небо, и солнце. Мы уже успели сгореть, при том, что вообще не загорали, просто ходим, гуляем, и все уже красненькие, все прихвачены солнышком. У нас уже прошла климатизация, у меня уже день и ночь стали на свое место, я уже не просыпаюсь в середине ночи, поэтому я уже полностью акклиматизировалась к местному времени. Это здорово, и это, наверное, самый длительный отпуск у нас, 10 дней чистого отдыха на острове. Я очень довольна. Замечательный отпуск, замечательный отдых, замечательная природа, зелень, небо, пальмы. Просто красота. Итак, сегодня у нас экскурсия в город художников и на остров Савон. Очень красивое местечко. Есть очень много красивых видов. Жаль только, что не настоящее. Вернее, это все настоящее, но здесь никто не живет. И все это было построено только для того, чтобы снимать фильмы. Но место очень красивое. Очень. Очень красивые улочки, переходики, тропинки, дорожки, зелень. У нас здесь всего лишь 40 минут.
Ну, по возможности кое-что вам покажу. С террасы открывается очень красивый вид. Посмотрите. Прям стоишь на краю такого, не знаю, каньона, ущелья. Очень красиво. Само место не очень большое, но на каждом шагу очень красивые локации, очень красивые места. И фотографироваться здесь можно просто на каждом шагу. Мы приехали утром, поэтому людей еще не сильно много. И это очень радует. Сейчас мы везде походим, посмотрим. Хочется по максимуму использовать время. Город художников называется, потому что сюда приезжают художники за вдохновением. Вот так шумно. Боже. Подальше от туристов нашли вот такую красивую, как не беседку, а проход такой. И здесь растут орхидеи, прям свисающими гроздьями. Посмотрите, как красиво. Когда музыки не сильно слышно и тихо, и нет людей, вообще волшебное место, как будто попала в какой-то сказочный портал. Выйдем, и орхидеи свисающие. Обалдеть. Итак, мы приплыли на остров Саону. Это, конечно, удивительно. И посмотрите, бар прям в море. Бедный бармен в брюках. Это, конечно, нечто. Посмотрите. Шведский стол посреди моря. Так, ну что? Шведский стол шведским столом, напитки шампанскими напитками. Главное, куда мы приплыли, это искать морских звезд. И сейчас будем их искать. Так, нашлась звезда. А ну-ка. Красотка. О! Еще. Блин, классно. Кто приехал на звезд смотреть, кого впечатлил? Фуршетик.
Если внимательно смотреть, то да, действительно, можно найти. Итак, вот звездочка, которая лежит на дне. Здесь нам по пояс, чтобы ее достать, нужно чуть-чуть поднырнуть. Но мы ее доставать уже не будем. Мы так на нее посмотрим. Я поняла, почему мы их очень мало встретили. Потому что куча народа разбежалась по пляжу, вскаламутили белый песок. И их немножечко присыпают песочком, когда тут бегают в поисках звезд. Поэтому нужно быть очень-очень внимательной. Да, действительно, можно увидеть звездочку и поднырнуть и достать ее. Но вытаскивать ее из воды категорически запрещается, чтобы она не умерла. Говорят, что на воздухе в течение 5 секунд она умирает. Поэтому мы их не доставали, а фото делали прямо в водичке. Прекрасное место, очень красивое. И мы все-таки увидели, нашли этих звездочек, потрогали, сфотографировались. Я сняла видео немножко. Это, конечно, удивительно. Нужно все время смотреть под ноги. Вода настолько чистая, что просто невероятно. И если внимательно смотреть, да, можно очень часто встретить этих звездочек. Очень красивые. Даже вот сейчас 5 секунд. И прямо сейчас я стою возле нее. Уже их особо никто не трогает. Все переместились на фуршет. Поэтому вода, песочек осел, вода стала намного чище, звездочек стало еще больше, еще лучше видно. Все их положили на место и уже не трогают, уже все отфоткались. Поэтому можно ходить смотреть, и это вообще очень здорово. Я очень рада, что все-таки мы взяли эту экскурсию. И если у вас будет такая же возможность, обязательно посмотрите этих морских звездочек именно в их родной среде. Это удивительно. Итак, мы на острове Савон. Остров называется Баунти, где реклама Баунти никогда не снималась. Главное красиво назвать. Красивое побережье, белоснежный песочек, пальмы, море. Единственное, в море очень много кусочков кораллов. И можно пораниться или больно заходить, если без определенной обуви. Но там дальше можно купаться безопасно. Так что все отлично. Здесь распространена вот такая фотография. Все пальмы, которые более-менее в ближайшем положении, там практически на всех очереди, потому что сюда возят туристов, и все хотят именно такую фотографию. Ну, мне достаточно того, что я просто нахожусь в этой красоте, вижу это все, наслаждаюсь. И я очень рада, что могу и вам показать, и передать мое настроение. И я, если у вас будет возможность, обязательно это все нужно увидеть своими глазами. Сегодня у нас запланирована еще одна экскурсия. Наверное, самая необычная для меня. Это полет на вертолете над островом. Полет будет длиться 30 минут в одну сторону и 30 минут в другую сторону. Я немножко переживаю, потому что это вообще первый мой вертолет в жизни, поэтому немножко боюсь. Но я думаю, что это будет того стоить. Потому что нам обещают водопад, красивые виды, и я думаю, это будет незабываемая экскурсия. Все, что смогу, я вам обязательно покажу.
Господи, как же я боюсь. О, боже мой. Как же я боюсь, как же я боюсь. Итак, мы прилетели на дикий пляж. Очень красивая лагуна. Видели здесь дельфинов. Посмотрите, пальмочки, море. В принципе, все очень замечательно. Если бы у нас в полете не открылась дверь вертолета. Перепугались все так, как... Как никогда. Представляете, она не открылась совсем, ну как бы не полностью. Она отщелкнулась и вот такой вот зазор открылся. Мы летели еще минут 5, наверное, пока сели. Все, кто сидел рядом, все держали ее руками. Мы кричим: «Караул, дверь открылась!» А он говорит: «No problem, сейчас садимся, не переживайте, все хорошо, все хорошо, все хорошо, нам еще лететь назад, все хорошо». Я до этого боялась, а теперь сказать, что мне страшно, ну, конечно. Этот полет я запомню надолго. После того, как она отщелкнулась, я уже потом ничего не снимала. Ничего не снимала, просто думаю: боже, боже, давайте быстрее, быстрее, быстрее садиться. Но нам же лететь еще назад. Нам обещали водопад. Но я как-то уже не сильно и хочу ни водопада, ничего, уже быстрее бы домой.
Так что как-то так. Этот полет мы запомним навсегда. Нам обещали незабываемые впечатления. Мы их получили сполна. Так, время возвращаться назад. Боже, поможи. Это наш вертолетик. Так выглядит красивая лагуна. Фух. Ну что, все, полетели домой. Если вы смотрите это видео, значит, с нами все в порядке. Долетели мы хорошо, без всяких приключений, все хорошо. Повторила бы я этот опыт? Нет. Полетела бы я еще раз? Нет. Если бы у меня была возможность отказаться, я бы отказалась. Так что Доминикана нам насыпала столько впечатлений, прям выше крыши. Это наш вид с балкончика, очень красиво, везде пальмы, зелено. Фух. И я очень счастлива. Мы прогуливаемся по берегу. Вчера ходили в одну сторону, сегодня идем в другую сторону. Очень сильно дует ветер. И солнышко за тучками, и кажется, что не очень жарко, но я уже успела сгореть, вся красная. Ну, такой вид, что сидеть где-то в отеле под зонтиком вообще не хочется. Посмотрите, какая красота. Ну, разве можно сидеть и не ходить, не гулять, не смотреть? Ой, солнышко опять вышло, опять. Солнышко, конечно, очень сильное. В первый же день я уже чувствовала, что мои плечи и лицо уже солнышком поцелованы. Я вся теперь красненькая, но думаю, все будет хорошо. Немножечко пройдемся по территории. Территория замечательно, очень-очень зеленая, небольшая, не маленькая. Очень много пальм, очень много солнца, небольшие корпуса, всего в 3 этажа. И из-за этого здесь много-много света и очень светло и уютно. Все очень чистенько. По территории, я имею в виду, номера
убираются так себе, поэтому номера чистотой не отличаются, в отличие от территории. Территория просто вылизана, все травиночки подстрижены, кустики аккуратненькие. Пальмы, все-все-все листики нижние, сухие, все снято. И очень-очень красиво, зелено, много дорожек, много бассейнов. Есть где погулять, есть где походить. Людей много, полный отель, но не ощущается того, что здесь очень много людей. Всегда есть какая-то аллейка, где можешь пройтись и никого вообще не встретить. Мне нравится то, что много пальм, много кокосов. Кокосы растут прямо на территории, и их тебе прям предлагают с пальмы. Это стоит $2. Мы пробовали, ну, такое, нам не понравилось. Много бассейнов детских, таких мелких, по 20 сантиметров в глубину. И для детей тут тоже очень-очень хорошие условия. Сегодня достаточно ясно, достаточно солнечно, и погода здесь просто замечательная. Мне нравится то, что даже если пасмурно, здесь все равно тепло. Даже если идет дождь, здесь все равно тепло. Здесь есть уточки, цапельки, черепашки, но главное, здесь огромное количество пальм. Просто замечательное место. Мне здесь очень нравится. И сейчас выйдем к пляжу. Океан уже совсем близко. И посмотрим еще раз на океан. Сейчас выйдем, посмотрим на океан. Ой, уже достаточно много людей. Сегодня океан неспокойный, достаточно бурливый, но это никак не мешает быть ему красивым и завораживающим. Сегодня утром были огромные черные тучи, мы думали, будет дождь, но в результате тучки все разбежались, небо светлое, люди купаются, значит, океан теплый. Как красиво, просто нереально красиво, мне так нравится, это самое-самое красивое побережье, которое я видела. Я, правда, не видела их очень много, но это меня просто, не знаю, моя любовь теперь. Последний день на прекрасном острове. Я сейчас на пляже, наслаждаюсь океаном, и это прекрасно. Это, наверное, самое красивое место, которое я видела. И я очень-очень хочу вернуться сюда еще. Сейчас ветрено, задувает ветер такой сильный, но это нисколько не мешает мне наслаждаться видами. Кстати, мы сейчас на пляже с зайцем, мои купаются в океане, а я просто, знаете, не могу насмотреться глазами. Это такой вид обалденный, просто нереальный. И я очень хочу вернуться сюда еще, очень-очень, потому что это самое, самое жизнерадостное, самое красивое место, которое я видела.
Но мы завтра улетаем, и даже не верится, что у нас идет снег. 31 января, холодно, зима в разгаре, а здесь лето, солнце, океан, песок и безумные улыбки, которые кричат тебе «Ола!». Действительно, прекрасный отпуск на Райском острове. И я вернусь сюда обязательно. Вот мы и дома. Закончился наш удивительный отпуск в Доминикану. Теперь пора разбирать чемоданы и елку.